за туманом, за небесной рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской. Где-то ж, может, рядом, может, лишь подать рукой. Возьми вот так. Взяла. Света, все, нет. Света Раны тоже так. Все, меня уже знали. Нет, они сейчас все увлечены медом. Держи крепче. Все, засуши мне это все. На гербарии. За здоровье дам. Да. О, боже мой, какие все редкие имена. За присутствующих здесь дам. Так, стоя на коленях, прошу выпить. На коленях. Кто с гусаров за бабку? Одну на троих. Я сказала, что я брошу курить. А зажигалка там в декабре. Как похудею, а брошу курить. А так, можно вас стрелять там на сигаретку? Можно. Стреляйте. Брошу курить. Пить я уже не пью. Гулять не гуляю. Сразу петь перестану. Ну это же верх гламура, Жигули тогда. Слушай, мне надо было прийти в этом плаще. Я его обожаю, у меня до сих пор. Меня можно узнать по этому плащу. Ты посмотри, какая модная это была. Мать честная. А история с Жигулями, это правда, что Алла Борисовна помогла вам купить Жигули по блату? Но вы отказались их брать? Это история, что это было с гитарой, а не с Жигулями. Нет, история была такая вообще-то. Алла заняла деньги у резника и купила мне машину, вот эту вот. Жить без приключений нам никак. А как ты пальцем показывал? Жить без приключений нам никак. Жить без приключений нам никак. Ага. Была оформлена на Аллу Борисовну, потому что так мне легче было с ментами разбираться. Бред же. Забыл. Какой резник? Сейчас тебе резник даст деньги. Вспомнит. Но мне было так сказано. Кто тебе сказал это? Ты сказал. А, ну да. Певицей.